одновременно. В нашей истории появились даты, над которыми не властно ни время, ни переменчивая память людская. Какой из таких дат можно смело отнести 18 февраля? Это дата освобождения небольшого, но стратегически важного для республики населенного пункта города Дебальцево. Населенный пункт Дебальцево появляется в боевых сводках уже в конце июля 2014 года. Первые атаки по городу были нанесены именно в этот летний месяц, однако силам народного ополчения удавалось сдерживать атаки врага. Но, к сожалению, ввиду перевеса сил грандиозного со стороны ВСУ, к концу июля город был оставлен ополчением, однако уже в августовских боях украинскую армию ждала череда котлов и поражений. Активные боевые действия замерли с подписанием в сентябре минских договоренностей, ну а уже возобновились, к сожалению, с началом 2015 года. Анализируя тактику вооруженных сил Народной Республики того периода, напрашивается аналогия со сражением с Ржев времен Великой Отечественной войны Красной Армии, когда атакующие действия с нашей стороны распределялись по всему периметру будущего котла, благодаря чему нельзя было противнику сосредоточить силы на какой-то одной точке. В результате 22 января началась решающая стадия операции за город Дебальцево, и 18 февраля, уже вот сегодня, ровно год назад, в центре Дебальцево было поднято знамя Донецкой Народной Республики. Это означало прекращение боевых действий, и в результате город перешел под контроль нашей родной республики. Но, к сожалению, как и в далеком 43-м, так и зимой 2015 года эта победа досталась дорогой ценой нашим защитникам Отечества. В память о погибших военнослужащих и мирных жителей республики объявляется минута молчания. Прошу всех встать. Итак, друзья, всем спасибо. Мы почтили память. Ну, конечно же, жизнь продолжается, мирная жизнь идет. И хотелось бы сейчас заслушать присутствующего на нашем мероприятии гостя, исполняющего обязанности министром культуры Михаила Васильевича Жухтякова. Просим микрофона. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Не случайно сегодня в преддверии великого праздника такая дата, дата освобождения города Дебальцево. Это очень символично, ведь служить Отечеству и защищать Отечество – это великая честь. И сегодня у нас представители двух поколений, участники Великой Отечественной войны и герои сегодняшней войны, герои, которые освобождали город Дебальцево. Я с великим удовольствием хочу вас поздравить с праздником, который мы все будем отмечать 23 февраля, с тем долгожданным днем, с праздником тех людей, которые защищают Отечество, с праздником настоящих людей. Я желаю вам всем здоровья, желаю всем вам долголетия и хочу, чтобы в истории нашего государства было меньше войн. Были мирные, красивые города, чтобы в школах и высших учебных заведениях учились дети, чтобы вспоминали о войне только в песне и в стихах. И, конечно же, большой поклон участникам Великой Отечественной войны, которые 70 лет тому назад смогли пережить ужас той Великой войны. И великий поклон нашим героям, которые сегодня присутствуют в зале. Герои сегодняшней войны – это ребята, которые освобождали город Дебальцево. Большое вам спасибо! И не случайно, мне кажется, этот праздник называется «День защитников Отечества», потому что все мы с вами соотечественники. Все мы любим свое Отечество, защищаем свое Отечество и гордимся Отечеством, в котором живем. С праздником! Ну а сейчас, друзья, хотелось бы заслушать непосредственных участников боев и
как бы виновников этого нашего приятного события. Это лейтенант вооруженных сил ДНР Кузнецов Вячеслав Вячеславович. Он поделится своими воспоминаниями о пережитом. Просим аплодисменты. Здравствуйте. В самую первую очередь я хотел бы поздравить всех ветеранов с таким большим наступающим праздником, как День защитника Отечества. Ну что вам сказать? Мы делали то, что мы делали, как говорится, на дебате. Ну а что? Воевали. Ну, как говорится, я не могу много говорить и не умею. Я умею делать только то, что я там делаю. Ну а здесь перед людьми, как бы вам сказать, стыдно вам говорить что-то про то, что там было. У нас стреляли, мы стреляли. Ну а так, больше ничего такого интересного. Мы просто защищали нашу родину. Мы просто не хотели стать рабами. Тех, кто нас хотел завоевать. Ну, а молодому поколению я хочу сказать, давайте вырастать и заменяйте нас, чем быстрее, тем лучше. Потому что мы немного подустали. Как говорится, или пойти вперед, а сидеть на месте, это не наше. Спасибо. Наш вечер продолжается, наша встреча продолжается, и попросим Владимира Атаровича Чеченидзе со стихотворением, которое написано специально в честь нашей годовщины, в честь 18 февраля. Просим. Дорогие друзья, я вам прочту произведение, которое вышло из сердца, из души. Я назвал его «Свободный Донбасс». Про войну много было написано, и напишут еще и не раз. Про защитников разного времени, что собой прикрывали Донбасс. Про военные жесткие будни, вспоминая тот подвиг дедов, что весь мир в 41-м и 5-м, как спасали от фашистских оков. В уголках ваших душ место подвигу было, есть, да и будет всегда, чтобы нечисть и скверна нацизма осквернять наш Донбасс не могла. Поколения строчки слагают, поколения песни споют. Ту лихую годину военную позабыть никому не дают. Покажите семью не такую, где бы кто-то в войну не погиб. Время бег очертив свой по кругу, совершило в пространстве изгиб. Вновь разрывы снарядов терзают наши с вами друзья города. Только память тех прошлых событий нам не даст боль забыть никогда. Будет мама стоять у окошка, будет сына и мужа все ждать. Как тогда в 41-м далеком всех ждала наша родина-мать. Крепость Брестская грудью стояла, и Дебальцево грудью стоит. Весь осколками мин посеченный, но не крошится сердце гранит. Силу духа и воли не в силах, лютый враг был тогда в нас сломать. И учились в боях рукопашных под ура всех врагов побеждать. Сердце будет взволновано словом, будет рваться от боли в груди. И пути нам не нужно иного, нам дорогой свободы идти. Ветеранам вам вечная слава и героям сегодняшних дней, защитившим свободу Донбасса, дорожим мы свободой своей.